Просто делаем беспроводную сеть лучше. Современные Wi-Fi сети испытывают небывалую нагрузку из-за помех. Микроволновки, радиотелефоны и Bluetooth здесь ни при чем. Причина в самом Wi-Fi. Обычная точка доступа посылает сигнал во всех направлениях. Сигнал, который распространяется куда угодно, кроме пункта назначения, это помеха. Решение – управлять сигналом Wi-Fi. Если посылать сигнал в требуемое место и время, помехи снижаются, а уровень сигнала повышается. Это увеличивает покрытие, скорость передачи и число одновременно подключаемых устройств. Такой подход устраняет одно из серьезных ограничений Wi-Fi – емкость сети. Wi-Fi работает в общем пространстве, так же, как группа людей одновременно пользуется эскалатором. В отличие от проводов, которые передают данные выделенному устройству, каналы Wi-Fi используются совместно. Устройства уменьшаются, их становится больше, что создает проблемы со скоростью доступа для всех. Дело в обычной физике. Представляем Rucus BeamFlex. BeamFlex — это единственная адаптивная технология, позволяющая направлять и регулировать Wi-Fi излучение, увеличивая уровень сигнала и снижая помехи. Производительность Wi-Fi сети возрастает существенно. Это значит больше эффективных подключений, больше пространства для большего числа довольных пользователей. Кроме того, требуется меньше точек доступа, меньше проводов и меньше занятых портов на коммутаторах. При этом скорость доступа для каждого отдельного пользователя увеличивается. Посредством патентованной технологии BeamFlex на лету автоматически создает направленное Wi-Fi подключение для каждого клиента, благодаря переключению сочетаний отдельных элементов антенны, работающих слаженно, чтобы обеспечить наилучший путь для сигнала. Это, в свою очередь, приводит к увеличению скорости передачи данных. Однако, надежная связь — это не только способность уверенно вещать, но и умение чутко воспринимать. Мобильные устройства с каждым днем становятся компактнее, уменьшаются и антенны, что снижает общую производительность сети. Чтобы улучшить прием точки доступа, нужно снизить и держать под контролем внутренний шум ее радиодеталей. Наверняка вы поворачивали ручку громкости на максимум без проигрывания музыки и слышали шум. В Wi-Fi устройствах такой шум создает внутренние помехи. Их уровень должен быть минимальным. Кроме того, необходимо принимать сигнал под разными углами. Обычные точки доступа снабжены вертикальными антеннами, чтобы работать с такими устройствами, как ноутбук, в одном положении. Однако ориентация современного мобильного устройство при его использовании может быть любой, что приводит к рассогласованию сигналов между точкой доступа и клиентом. BeamFlex решает эту проблему с помощью антенн, передающих и принимающих в обоих положениях, что улучшает прием исходящего сигнала даже от слабых мобильных устройств. Одно из важных преимуществ — технология BeamFlex по своей природе совместима со всеми существующими протоколами Wi-Fi. Управление взаимодействием между точкой доступа и устройствами дает дополнительные технические преимущества, которые обеспечивают максимально возможную пропускную способность. Чтобы ощутить все достоинства протоколов Wi-Fi, необходим полный контроль над сигналом, вместо разбрасывания энергии во всех направлениях в надежде на лучшее. BeamFlex и другие технологии оптимизации от компании Rucus обеспечивают прежде всего быструю и надежную Wi-Fi сеть при меньшем количестве точек доступа, меньшем объеме сетевого оборудования, что в итоге снижает расходы. Просто делаем беспроводную сеть лучше.